Я хочу сказать, если можно, на правах сопредседателя сегодняшней конференции, я хочу выразить большую благодарность всем, кто нашел время и возможность в наше, я думаю, тоже нелегкое время приехать к нам. И сегодня вот все врачи, которые были, я хочу сказать, вот тоже не всегда бывает, чтобы у нас до 5 часов вечера было почти вот ползала народа. Это, наверное, первая конференция за последние, вот Альбина Николаевна не даст соврать, за последние много-много лет. Чтобы вот так до конца внимательно слушали. Это большое спасибо вам. Вы привезли нам столько много информации. И вот завтра на практических занятиях, я думаю, что мы многому еще научимся. И самое главное, заведем тесные такие контакты, которые нам позволят в будущем еще больше повышать свое мастерство в нашем ремесле, если так можно сказать, в нашей профессии. Я хочу сказать большое спасибо Криво Юрию Алексеевичу, потому что без него я бы вот 100% скажу, эта бы конференция не состоялась. Вот, я хочу сказать большое спасибо Альбине Николаевне, потому что это мой учитель, который когда-то мне поставил оценку на экзамене. Я стал детским хирургом, и вот я сейчас стою здесь и говорю ей огромное спасибо за то, что она приложила огромные усилия к консолидации между хирургами, ну, между врачами-ортопедами, занимающимися консервативным лечением, и оперативным. И вот именно такой мягкий, дружелюбный ход, вот тот, он только благодаря вам, Альбина Николаевна, нашей Воронежской области. Я вас очень-очень-очень благодарен вам за это. Поэтому еще раз хочу сказать всем огромное спасибо и до завтра, потому что завтра у нас продолжится здесь заседание и конференция, и мастер-класс. Спасибо.